такая наполовину веселая, наполовину грустная такая песня, очень жизненная песня Высоцкого, не совсем известная песня командировочного. Всего один мотив, так начинается. Всего один мотив доносит с корабля, один аккредитив на 22 рубля. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен аскет. Дежурная по этажу грозилась мне на днях. В гостиницу вхожу в 1 часа ночи и в носках. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен аскет. В столовой номер 2 стоит всегда кефир, и мысли полна голова, и все про загробный мир. Но жить еще 2 недели, работы, ой, блядь, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен скелет. Одну в кафе позвал, увы, Роману нет. Поел и побежал, как будто в туалет. Но жить еще 2 недели, работы, ой, блядь, на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен аскет. А пляжи все полны пленительнейших вдов. Но стыдно снять штаны, ведь я здесь с холодов. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен аскет. О, проклятый Афон, влюбился словно тля. Беру последний фонд, все 22 рубля. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен аскет. Пленительно стройна, все деньги на проезд. Наверное, она сегодня же проезд. Но жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен скелет. Скелет. Да, песни Высоцкого не умрут, пока живут пороки. И в данном случае соблазны.